Посмотрите только сюда. Мне сейчас тошнит. Я не могу, я сейчас... Воронеж – город контрастов и колорита. Особенно его центр. Именно за моей спиной на фоне красивого и высокого дома стоит пятиэтажка, жители которой столкнулись с неприятностью, отравляющей их жизни. Здесь ежедневно жители сталкиваются с деликатной проблемой – прорывом канализационной системы, что влечет за собой затопление подвального помещения отходами. Расскажите, как долго продолжается эта проблема? Добрый день. Я владею помещением с 2017 года, и на протяжении всех этих лет проблема не решается. Постоянно затапливает подвал, забивается канализация, у нас затапливает помещение, стоит неприятный запах канализационный, в подвале плавают фекалии, то есть там целый слой вот этих сточных вод. Планировался капремонт на 2022 год, но его отодвинули еще на 20 лет вперед. Очень часто, когда течет канализация, заливает котельную. И даже приезжал водоканал, и вот через это окно откачивали, но там было прям выше колена, откачивали воду. Вот. Это очень часто. И когда заливают котельную, то, естественно, нам отключают воду, там стоит подкачка, у нас насос стоит. И отопление отключали даже, если это было зимой. Ну, мы рассказали вам о самой злободневной, пожалуй, вот этой проблеме, которая у нас есть, которая действительно, так сказать, на каждом, каждый день на глазу у всех, и не гостям прийти, не кого-то привезти. Совершенно безысходная ситуация, потому что обращаемся мы во все каналы, по всем буквально инстанциям, дали информацию, и, к сожалению, никакой перспективы нет. Я бы хотел сказать вот несколько слов по поводу того, чего мы ждали и чего мы, на что надеялись, на экспертизу, которая даст нам реальный срок, реальную возможность думать о том, что будет у нас впереди. Но, к сожалению, проблемы наши, решения проблемы из этого документа нет. Какие самые серьезные последствия эта ситуация имеет для жильцов? Для жильцов последствия несколько. Их можно разделить на группы. Первая группа последствий – это вред здоровью, потому что постоянный запах канализации сероводорода, он положительно не влияет на состояние здоровья. Здесь живут инвалиды, пожилые люди, люди с детьми, и выйти в подъезд невозможно. Стоит постоянное зловоние. Это раз. Вторая проблема в том, что... Я вызывал частную компанию, которая обследовала канализационную систему. И с помощью камеры, которая просовывается в канализационную трубу, они обнаружили перелом трубы. Перелом трубы находится здесь, вот, под фундаментом. И, соответственно, все сточные воды, часть из них попадает в центральную канализацию, а часть стекает под фундамент. И, соответственно, любой человек может понять, что грунт под фундаментом размывается. И дом уже стоит просто на болоте. И в любой момент это может привести к тому, что фундамент треснет, и дом может обрушиться. Хотелось бы вот какое предложение внести, наверное, что вот предметом является техническое обследование с целью создания какой-то платформы для проведения инструментального технического обследования здания на предмет вот действительного реального определения этого срока. Но в данном, как они первый этап это делают, это исследование визуальное и в основном конструкционное. Это никакого не имеет отношения к тем вот факторам, которые обеспечивают нашу, в общем, комфортную жизнь. Конструкции все целы, понятно, по нашему примеру. Поэтому начинать бы надо вот это исследование с опроса старожилов. Они знают, какие приключения, какие были обстоятельства с нашим домом. Вот, допустим, у нас 3 года назад обвалился вообще потолок на 5-м этаже. Они пишут, что перекрытие железобетонное. Хорошо, дома никого не было, просто обвалился в квартире потолок. Понимаете? Вот, поэтому, конечно же, надо просто, кроме визуального, нужно еще провести такое обследование с людьми, поговорить, что беспокоит этих людей. Сдвиг капитального ремонта на 20 лет вперед усугубляет проблему. Мы отправляемся в подвал этого здания, чтобы разобраться в ситуации. Ну что, пошли? Ну, с Богом. Так,
Мне уже... Самое то, что нас интересует, слева и справа вот эти два помещения. Вот это и вот это? Да, вот то, что справа. Какой ужас. Не могу. Я сейчас заплачу. Этот запах отвратительный. Меня сейчас тошнит. Ты посмотри. Там живность. Ты только посмотри на эту дикую природу. Ой, боже мой, боже мой. Отвратительно. Фу, у меня уже голова заболела от этой вони. О. Какие меры предприняты жильцами, чтобы решить эту проблему? Мер предпринимается много и практически еженедельно. Еженедельно мы вызываем аварийную службу, которая приезжает, частично прочищает канализацию, но проблема не решается. Также я обращался в управляющую компанию, в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области, в управу Центрального района и в СЭС. Везде получил ответы, что все у вас нормально, проблем нет. Мы, собственники помещения и жильцы дома, просим обратить внимание на сложившуюся ситуацию главу Следственного комитета Быстрыкина Александра Ивановича. Обратить внимание не на только на эту ситуацию, но и на бездействие всех структур, которые обязаны заниматься нашей проблемой.